Город за 40 минут без перекрестков и светофоров. Завершено строительство основного участка московского скоростного диаметра. Когда полностью запустят магистрали и как это изменит жизнь автомобилистов? Столица отмечает День города. Многие улицы в эти выходные отдали пешеходам. Да и с погодой москвичам повезло. Какая программа на завтра? Солнце Москвы на ВДНХ запустили сегодня, в День города. Колесо обозрения превосходит по высоте все европейские. Чем еще уникален аттракцион и сколько стоит на нем прокатиться? В штатном режиме прошел второй день выборов. Не только камеры, но и наблюдатели следили за процессом. Когда уже можно будет говорить о первых результатах? В прямом эфире Елизавета Якушева. Здравствуйте, с вами городской информационный круглосуточный телеканал «Москва-24». В эфире новости. Новый маршрут.